Сегодня Франко будет готовить фачи-векья. Традиционное сицилийское блюдо, похоже немного на пиццу, очень вкусное. Для того, чтобы приготовить фачи-векья, нам понадобится дрожжевое тесто. Если вы не знаете, как приготовить тесто, посмотрите, пожалуйста, мое видео. Ссылка будет под этим видео. И там подробно указано, как готовится дрожжевое тесто. У нас здесь 800 грамм дрожжевого теста. Также нам понадобится тертый сыр, нарезанный белый лук, одна картошка и томатный соус. В чем отличие фачи-векья от пиццы? В том, что она должна быть потолще, толщина больше, намного больше, чем в пицце. Посмотрите, вот это тесто примерно толщиной 1 сантиметр. Теперь нужно нарезать картошку на очень тоненькие кусочки. Когда картошка очень тонко нарезана, мы вот так распределим по всему тесту. После картошки сверху мы кладем нарезанный репчатый лук. И теперь сверху вот так равномерно распределим томатный соус. И под конец сверху мы добавим тертый сыр. И теперь фачи-векью нужно поставить в духовку, которая уже разогрета до максимальной температуры, какая у вас есть в духовке. У нас, например, 240 градусов. И дождаться, пока она будет готова. Займет, наверное, минут 15, плюс-минус. Прошло около 15 минут, и фачи-векья готова. Посмотрите, как хорошо она поджарилась. И снизу посмотрите, какая хрустящая корочка. Вот, хорошо поджаренная. Давайте теперь разрежем. Как-то... Посмотрите, как она изнутри выглядит. Обязательно попробуйте. Это традиционное сицилийское блюдо. Фачи-векья. Приятного вам аппетита. Спасибо вам за просмотры. И, конечно же, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить еще более интересные рецепты в будущем.